Добрый день. Меня зовут Гоглев Илья. Я технический специалист компании Технониколь. Мы расскажем вам о мембранах Plantar Geo, Extra Geo и о их корнестойкости. Мембраны Plantar Geo и Extra Geo представляют собой полотно из полиэтилена высокой плотности. Полотна имеют специальные конусообразные выступы, а точнее в форме усеченных конусов, к вершинам которых термически прикреплен термоскрепленный геотекстиль Type-R. Какие же области применения у профилированных мембран Plantar Geo и Extra Geo? В первую очередь это мембраны для дренажного назначения. Они служат как дренажная прослойка в системах пристенного дренажа, дренаже в эксплуатируемых кровлях, а также в мягких отмостках, дорожках и элементах благоустройства. Почему же сегодня с вами поговорим именно о корнестойкости мембран? Дело в том, что в системах дренажа, например, в эксплуатируемых кровлях или в зеленых отмостках, могут быть зеленые насаждения. У любых растений есть корни. В случае, если они пробьют дренажный слой и пройдут дальше через теплоизоляцию и гидроизоляцию, могут возникнуть протечки. Именно поэтому любая дренажная мембрана должна обладать корнестойкостью. Как же проводятся испытания на корнестойкость? У нас есть вот такой горшочек со стеклянной перегородкой, на дно которого мы засыпем универсальный грунт. Поверх грунта мы положим пластиночку мембраны Plantar Geo. Дальше по пластиночке мы насыпем снова универсальный грунт, засеем семена люпина белого, по-латински он называется Lupinus albus, и польем водой и 8 недель подождем всходов этих семян. Люпин растет очень быстро, его корни очень мощные, поэтому они могут пробить различные природные материалы. Именно так оценивается корнестойкость мембран. Итак, засыпаем в горшочек грунт. После того, как грунт уложен и тщательно утрамбован, мы укладываем на него пластинку дренажной мембраны Plantar Geo. Высыпаем на нее небольшое количество грунта для того, чтобы засеять семена люпина. Пришла пора засеивать семена люпина. Итак, после того, как семена уже засеяны в грунт, мы польем их водой для того, чтобы растение благополучно проросло. А теперь ждем 8 недель и посмотрим, что получится. По результатам испытаний корни люпина белого не пробили дренажную мембрану Plantar Geo, из чего мы можем сделать вывод, что мембрана позволяет защитить вашу гидроизоляцию от повреждений корнями. Технониколь. Знание, опыт, мастерство.